Добрый вечер всем. Меня зовут Гульнара Белялова, и сегодня у нас плановая презентация нашей продукции компании STEMTECH и самой компании STEMTECH. Для удобства работы я вам предлагаю пройти в верхний правый угол и нажать на слово «Maximize», просто кликнуть один раз на слово «Maximize», и тогда те, у кого не очень большие экраны, смогут видеть наши слайды в полном объеме, и то есть это будет более комфортно. Вы не будете, к сожалению, видеть чат, но вы будете, как бы, у вас будет возможность читать все то, что написано на слайдах. Когда вам захочется вернуться в чат и задать вопросы, вы можете нажать снова на Restore, и у вас будет возможность пообщаться в чате. И еще мне хочется попросить вас использовать чат строго по назначению, задавать вопросы только по той теме, которую я сегодня буду вам рассказывать, то есть о компании STEMTECH и ее продукции. Для вопросов организационного плана у нас есть специальные вебинары и специальный чат STEMTECH, где мы можем задавать вопросы. Кроме того, у меня очень большая просьба к тем людям, которые пользуются продукцией определенное время, пока я буду рассказывать о продукции, писать свои результаты здесь у нас же в чате. Итак, я рада, что собрались гости из разных стран. Германия, Латвия, Англия, Сербия, Италия, Россия, Украина и другие страны, которые сегодня представлены на нашей веб-конференции. Я уверена, что вас привело сюда именно желание узнать больше о продукции компании STEMTECH и вообще о самой компании, потому что компании исполнилось 7 лет, она предлагает рынку удивительную продукцию, которая делает буквально чудеса уже в первые дни, в первые недели приема этой продукции. И сегодня моя задача представить вам вообще всю компанию STEMTECH, почему именно ровно 2,5 года назад мы выбрали именно этот интересный проект с его уникальной продукцией и очень уникальным маркетинг-планом. Я сейчас постараюсь вам рассказать вообще, по каким принципам следует всегда выбирать компанию. Не только я, как бы, компанию STEMTECH, а вообще, когда вам предлагают что-то в интернете, ваши партнеры и коллеги, пожалуйста, в данном случае нужно убрать все эмоции и внимательно изучать то, что вам предлагают. Потому что как раз именно анализ и изучение глубокое того, что вам предлагают, вам поможет сделать правильный выбор. Итак, компания STEMTECH, она была создана в 2005 году. Это было не самое простое время вообще во всем мире, потому что, как бы, финансовый кризис, да и сейчас он продолжается, он не закончился еще. Я сужу по своей стране, потому что Бельгия – это маленькая страна, и мы по полной программе ощущаем на себе все эти последствия финансового кризиса, потому что постоянно, чуть ли не каждый месяц, у нас закрываются крупные предприятия, которые переезжают либо в Восточную Европу, либо далеко в Азию. И каждый раз выбрасываются на улицы огромное количество безработных. Это ужасно. Так вот, продолжается финансовый кризис, и, как я уже говорю, многие предприятия сейчас пересматривают свое, как бы, отношение к тому, что происходит на рынке, как бы очень, очень аккуратно следят за своими доходами и расходами. И, конечно же, только самые сильные, только самые мощные компании, которые предлагают рынку то, что нужно всем, сейчас развиваются очень и очень интенсивно. Так вот, компания STEMTECH, компания, которая работает по принципу MLM, то есть Multi-Level Marketing, это означает, что мы продвигаем на рынке продукцию от производителя к потребителю, напрямую минуя все вот эти вот рекламные заморочки на телевидении и так далее, минуя все складирования по пути, то есть мы получаем напрямую продукт от производителя прямо у себя дома. Эта компания работает по этому принципу, и
Я знаю, что сейчас очень важно, чтобы компания предлагала как раз населению то, что нужно людям прежде всего. И поэтому даже сейчас, когда не у всех есть много денег, у кого-то их совсем мало, компания успешно развивается во всем мире, и продукция компании более чем востребована. Почему такие результаты? Ну, во-первых, наверное, совсем немаловажно, что как бы представить вам немаловажно, кто управляет компанией. То есть сейчас я представлю вам профессиональный менеджмент компании. Это два молодых человека. Ну, и это и как бы для кого-то, может, они уже и старые, потому что им слегка за 40. Вот. Но я считаю, что для управления такой серьезной компанией это самый такой молодой и продуктивный возраст, когда у тебя уже большой опыт за плечами, научный или управленческий, а так как возраст самый продуктивный, потому что в это можно еще очень, то есть сил много, и можно очень много успеть и сделать, то вот как раз вот именно такие люди управляют сейчас компанией, вернее, компанией Stemtech. Слева на этом слайде это Рэй Картер Джуниор, президент компании, который до основания компании Stemtech уже работал в компании Network Marketing именно с продукцией Wellness. И в свое время он принял решение создать компанию Stemtech. Я сегодня не буду рассказывать более подробно историю создания, как-нибудь расскажу в следующий раз. Вот он как раз создал эту компанию, и что самое главное, этот человек 24 часа в сутки работает только в этом проекте. Это очень важно. То есть он это делает не между прочим, не после всех основных дел, а это дело всей его жизни, которое он хочет передать своим детям. Справа на этом слайде это Кристиан Драпо. Это ученый, это профессор-нейролог, нейрохирург, который родился во Франции и затем продолжил свое образование медицинское уже в Канаде. Он является профессором канадского университета McGill и проводит совместные исследования с известными университетами Гарвард и Иллинойс в Америке. Поэтому вы понимаете, что предполагает, как понимаете, что у проекта очень серьезная научная основа, потому что Кристиан Драпо, он не только руководит компанией, но он еще и автор наших всех продуктов. Компания предлагает рынку инновационную продукцию, которая нужна абсолютно всем. Итак, сейчас я вам представлю весь проект. И вот именно по этим критериям мы в свое время оценивали эту компанию, потому что это очень важно. Потому что очень часто бывает так, что вроде бы и продукт очень хороший, и он помогает людям, но неквалифицированный менеджмент, он как бы делает все, что компания разваливается у нас на глазах. Или же вроде бы и продукция хорошая, и менеджмент толковый. Но маркетинг-план не позволяет дистрибьюторам, работающим в этой компании, зарабатывать достойные вознаграждения за проделанную работу. Или же вроде бы то есть все, но стратегия развития компании не всегда как бы нас устраивает. Поэтому давайте мы все вместе рассмотрим сегодня все эти семь критериев, потому что они очень важны для выбора любого бизнес-проекта. Итак, мы сегодня рассмотрим, лежит ли в основе проекта инновационная идея, насколько высочайшего качества продукцию предлагает компания, насколько эффективен план компенсации, какие современные инструменты работы у нас есть для работы, стратегия развития компании, менеджмент и лидерский состав. Все это очень важно для того, чтобы добиться всего того, что ты хочешь в данном проекте. Итак, инновационная идея. Дело в том, что как вы уже поняли, компания Stemtech предлагает рынку продукцию для здоровья, то есть продукцию wellness. И вы, наверное, уже знаете, что таких продуктов на рынке очень и очень много. Таких компаний более 3000, которые предлагают на рынке БАДы, соки, гели,
масла ароматические, массажные, все, что очень много этих компаний, которые предлагают продукцию, которая хоть каким-то образом может улучшить состояние человека. В данном случае компания Stemtech работает тоже на рынке wellness и предлагает населению абсолютно новый продукт, который делает нас еще здоровее, еще сильнее, благодаря абсолютно новому революционному подходу к решению самых насущных проблем человека. То есть инновационность идеи заключается в том, что такого продукта с такой идеей нет ни у кого. Кроме того, что очень важно еще, то, что вся продукция компании Stemtech, она до появления на рынок, она прошла серьезные клинические испытания и результаты этих испытаний опубликованы в серьезнейших медицинских изданиях. Продукция абсолютно эксклюзивна, и такого продукта нет ни у кого. И согласитесь, конечно же, всегда очень комфортно работать с продуктом, который можете предложить только вы и только наша компания. Итак, в чем заключается революционная новая научная концепция здоровья, которую предлагает компания Stemtech? Дело в том, что об этом вы, наверное, уже много-много раз слышали, о том, что об этом уже в последнее время очень много говорят, и на телевидении пишут об этом ученые и так далее, что именно стволовые клетки эффективно обновляют все органы и ткани человека. Именно из этих материнских клеток образуются новые клеточки сердца, печени, поджелудочной железы. И, конечно же, вы, наверное, понимаете, что чем больше стволовых клеток циркулирует в кровотоке, в организме, тем здоровее и моложе организм. То есть, поэтому благодаря этому продукту мы можем значительно омолодить наши органы и, соответственно, продлить нашу жизнь. То есть мы сможем решить не только проблемы со здоровьем, но и решить проблемы старения за счет наших собственных стволовых клеток. Ну, о клетках стволовых, я думаю, что вы тоже очень много слышали и очень много читали, тем более, что последние годы только об этом и говорится, и я очень часто слушаю новости на разных каналах и во Франции, и в Германии, и у нас в Бельгии. Ну, раз в неделю это уж точно какой-нибудь еще там исследование прошло в каком-то университете, еще какому-то одному пациенту помогли с его тяжелым заболеванием благодаря стволовым клеткам. И в принципе терапия эмбриональными клетками стволовыми, она очень давно как бы развивается. Я думаю, что, наверное, я не хочу быть как бы голословной, но я об этом уже слышу последние лет 15. То есть я слышу о том, что действительно как бы эти исследования ведутся, и давным-давно в Америке, в Азии, в странах СНГ, в Европе не во всех странах, потому что в странах Евросоюза эти исследования были запрещены с самого начала. Но благодаря этим эмбриональным как бы исследованиям с эмбриональными клетками стволовыми были получены очень интересные результаты, и как раз именно в эти годы, когда многие даже об этом и не знали, были изучены свойства эмбриональных стволовых клеток и доказано неоднократно, что благодаря этим клеточкам стволовым можно помочь очень многим больным. Но параллельно с этой терапией развивалась терапия выращенными стволовыми клетками, потому что то, что касается эмбриональных клеток, то здесь вроде бы все хорошо, все интересно, но здесь есть два момента, которые как бы не устраивали многих ученых. Это первый, это как бы момент этический, потому что все-таки это эмбрионы, стволовые клетки погибших, умерших эмбрионов. И второе, то, что другой момент, который как бы не совсем нравился ученым, то, что не всегда эти эмбриональные стволовые клетки приживаются
другом организме. Поэтому последние вот лет, тоже вот я думаю, что больше 10, параллельно развивается терапия выращенными стволовыми клетками. И здесь тоже нужно быть очень даже очень как бы аккуратным при изучении информации. Здесь речь идет о клетках стволовых донорских, которые, да, они помогают очень часто, когда нужно спасти вот, ну вот сейчас, вот именно в сию секунду жизнь человека. Но они тоже не всегда приживаются нормально, есть момент отторжения, элемент отторжения. Поэтому последние вот, то есть как бы годы также интенсивно развивается именно как бы терапия собственными стволовыми клетками, когда у пациента берутся стволовые клетки, и лабораторным путем они выращиваются, и в качестве инъекции инъектируются в пораженные органы, ткани, и таким образом достигается максимальный результат в кратчайшие сроки. Это сейчас настолько будоражит весь мир, и если, допустим, еще 2-3 года назад, когда мы только начинали работать в этом проекте, ну, многие слышали о клетках стволовых, но процентов, скажем так, 60 тех людей, с кем я разговаривала, они, конечно же, немножко и побаивались, потому что, ну, мало было знаний в этом направлении, как бы направлении. И вот прошло буквально 2 с небольшим года. И сейчас не только мы об этом много хотим знать и читаем, но уже и научно доказано, что действительно благодаря стволовым клеткам можно помочь очень и очень многим людям в лечении серьезных хронических, порой генетических заболеваний. И вот за открытие, перепрограммирование стволовых клеток плюрипотентные была даже выдана Нобелевская премия двум ученым, проживающим в разных странах. Это Джон Гордон, который работает в Кембриджском университете в Англии, и Синья Яманака, который как раз трудится в Японии в институте Киото. И благодаря вот именно этим открытиям сейчас, я думаю, что мы сможем получать каждый день и с каждым днем все больше и больше очень много интересной, качественной информации. И, конечно, сейчас хочется уже наконец поговорить о авторе наших продуктов. Это Кристиан Драпо, который уже с конца 90-х годов трудится в этом направлении. И он тоже, я помню, рассказывал на событии в Греции, на европейском событии Греции, о том, что когда он начинал 10-15 лет тому назад, и он уже тогда знал о том, какую роль выполняют наши собственные стволовые клетки, что именно они нам нужны для продления нашей жизни, потому что именно из этих клеточек рождаются новые клетки всех наших органов. Я помню, он рассказывал о том, что не все, далеко не все его коллеги, врачи, профессора поддерживали его, а кое-кто и откровенно смеялся над тем, что он тогда говорил. Но, слава Богу, сейчас уже получены серьезные результаты, никто над этим не смеется. И вот в книге Кристиана Драпо «Cracking the Stem Cell Code», то есть расшифровка кода стволовой клетки, где очень подробно написан вообще весь механизм обновления наших клеток, нашего организма. Я думаю, что кому интересно, всегда можете найти эту книгу в интернете и прочитать ее, если нет на русском языке, то с переводом можно с помощью переводчика основные моменты изучить. Он как раз и говорит об этом, и он об этом говорит на всех своих выступлениях, во время своих лекций, что клетки наших органов, они обновляются постоянно. Постоянно обновляются клетки печени, щитовидной железы, клетки легкого, сердца, мозга, кишечника. Одни клетки живут всего лишь несколько дней, другие несколько месяцев. А вот такие вот, как клетки сердца, они обновляются, оказывается, каждые 15-20 лет.
клетки кишечника обновляются каждые 3-5 дней, а полностью весь кишечник обновляется каждые 27 дней. То есть каждые 27 дней наш кишечник состоит полностью из новых клеток, и как раз новые клеточки, они рождаются именно из стволовых клеток, которые находятся в кишечнике, и в большей части депо всех стволовых клеток – это как раз наш костный мозг. Именно там и находится огромное количество стволовых клеток, которые организм изначально хранит там с самого рождения для обновления наших клеток и для того, чтобы мы смогли с вами жить долго и не болея. Как работает этот механизм обновления? Дело в том, что ведь вы же понимаете, это настолько все это отлажено в нашем организме, что мы порой даже не знаем, что этот механизм есть, и не изучаем его, но он есть. То есть каждый раз, когда умирают клетки печени, мозга, сердца, легкого, эти умирающие клетки посылают сигналы СДФ1 о том, что нужна срочно помощь, сигнал СОС о повреждении. Эти сигнальные системы дают команду костному мозгу о том, что, допустим, в пункте Б срочно требуется ремонтная бригада, и из костного мозга выпускаются в кровь стволовые клетки наши родные и устремляются в те органы, где требуется помощь, и абсолютно безошибочно находят их и встраиваются, начинают делиться и превращаться в клетки печени, сердца, головного мозга и так далее. И вот посмотрите, вот на этом слайде очень хорошо, кстати, показано, как организм как хранит бережно свои стволовые клетки. Вот как раз здесь показаны кости красным цветом, где вот как раз и содержится костный мозг, и где хранятся стволовые клетки. Обратите внимание, их нету костного мозга в ребрах, которые мы часто можем сломать, в конечностях наших их тоже нету, и так далее, потому что как раз именно эти суставы мы часто очень, к сожалению, ломаем. И вы знаете, что перелом такой кости, где находится костный мозг, он может быть фатальным для организма. Поэтому наш мудрый организм, наша мудрая биосистема хранит их вот так вот бережно в тех частях наших костей, которые практически сломать невозможно, только если сами понимаете, бывает и такое, что, конечно, не дай бог никогда никому, но случается. Итак, как происходит за счет чего происходит обновление наших клеток, я вам уже рассказала. То есть как бы стволовые клетки находятся в костном мозге. И компоненты, которые способствуют выпуску этих клеток стволовых в костный мозг, я вам покажу чуть позже. Итак, в основном продукте компании Stem Enhance содержится сине-зеленая водоросль AFA. Это основной компонент, который как раз у нас был еще до появления других компонентов. Об этой водоросли Afanizaminon Floss Aquae очень много написано интересной информации, потому что тут неудивительно, потому что она уже на планете Земля известна более 3,5 миллиардов лет, скажем так. Эта водоросль была изначально как бы предназначена для всего того живого, что появится на земном шаре, как самое ценное, самое сбалансированное питание. И действительно, эта водоросль AFA состоит из всего того, что необходимо для живой клетки. Она очень богата витаминами, минералами. И поэтому, когда меня спрашивают, нужно ли еще принимать какие-то добавки, кроме этого продукта, я, в принципе, говорю, смотрите сами, но в этой водоросли есть абсолютно все, что есть что нужно для живого организма. Потому что вот огромные киты, которые живут в океане, они питаются планктоном, который питается только сине-зеленой водорослью AFA.
И вот эта водоросль, она как раз находится в самом начале пищевой цепочки, означает, что она не просто богата всем необходимым для нашего организма, но она еще самая чистая, потому что она произрастает в натуральном водоеме. Водоросль IFA, которая содержится в нашем продукте, она произрастает в озере Верхний Кламат, которая была образована в результате вулканической деятельности, то есть дно озера – это богатейшие породы, которые были выброшены во время извержения вулкана. Озеро, в озере чистейшая вода, щелочная, эта вода стекает горными ручьями, омывая горные породы. То есть она очень богата минералами, эта водоросль. Кроме того, очень хорошо известны противовоспалительные действия этой водоросли, иммуномодулирующие, и, что совсем немаловажно, она как бы насыщает энергией все клеточки нашего тела и снабжает нас ценнейшим кислородом, потому что 90% кислорода на планете Земля – это именно сине-зеленые водоросли. Итак, основной компонент, который входит в состав нашего продукта Stem Enhance, или как он называется, Stem Alpha в Германии, это тот же самый продукт, это как раз вот сине-зеленая водоросль, в которой Кристиан Драпо выделил компонент и усилил компонент Мобилин Лайганд или Лиганд SD62L, который как раз и способствует выбросу в кровь наших собственных стволовых клеток. Затем он долго работал над тем, чтобы добавить в наш продукт еще мигратозу, которая способствует лучшему продвижению, улучшению как бы продвижения стволовых клеток. И вот посмотрите, что происходит на самом деле, когда мы принимаем нашу продукцию. Уже через полчаса после приема продукции в нашем кровотоке увеличивается очень серьезно количество стволовых клеток на целых 25-30%. То есть на 3-4 миллиона стволовых клеток в нашем кровотоке циркулирует больше. Это означает, что большее количество наших поврежденных тканей получит возможность к регенерации и обновлению. Прежде чем, когда эта продукция вышла на рынок, она уже была подана на получение патента по 18 основным пунктам. В том числе, вы знаете, если вы прочитаете внимательно пациент, который имеет эта продукция, как бы основные заболевания, которые считаются неизлечимыми, они как раз вот показали очень хорошие результаты при приеме данного продукта, такие как Паркинсона и Альцхаймера, а также другие заболевания. Кстати, и по всем этим 18 заявлениям продукция Кристиан Драпё получил патент, который вы можете и прочитать, и изучить на сайте самой компании. Кроме того, у нас уже сейчас в России есть как бы, уже при приеме продуктов в течение месяца уже неплохие такие вот результаты по болезни Паркинсона. Я думаю, что более подробно мы сможем об этом поговорить на одной из наших встреч по результатам. Но Кристиан Драпо над этим свою работу не прекратил. Он продолжал работать над этим продуктом, и, как он нам рассказывал, еще полтора года назад в Португалии, он говорил тогда, что я уверен, есть еще продукты, есть еще растения, которые также способствуют выбросу в кровь стволовых клеток. И он как раз тогда в Португалии только закончил, это был июнь 2011 года, когда он впервые закончил свою работу над улучшенной формулой продукта Stem Enhance, который сейчас называется Stem Enhance 2 или SE2. И он с таким воодушевлением, с таким, вот знаете, с такой любовью рассказывал нам за столом во время ужина, что, дорогие друзья, у вас скоро появится продукт, который будет еще лучше, чем Stem Enhance. И мы действительно сейчас его имеем. Потому что в эту новую продукцию добавлена еще одна водоросль, очень известная, бурая. Водоросль, она морская, ундая перистая, которая
Также очень богата, но она богата еще и йодом. И она имеет противоопухолевое действие, потому что в состав отрасли входит фукоидан, который очень серьезно изучался во многих странах, а в Японии даже подтверждено его противораковое действие в университете Хоккайдо. А также в Австралии, в университете Тасмании подтвердили, что фукоидан способствует выпуску наших клеток. Клеток собственных кровоток. Он снижает прекрасно уровень холестерина, а также уменьшает боли в суставах. Именно поэтому появляется уже в первые дни. Многие отмечают как раз вот легкость, которая появляется при приеме, легкость в суставах. И вот буквально недавно компания сообщила нам, что она заключила многомиллионный контракт на производство фукоидана с австралийским биоконцерном Маринова. И вот теперь как бы у нас есть возможность напрямую получать как бы для своего продукта Stem Enhance 2 фукоидан из Австралии. Следующий компонент, который входит в состав этого продукта, у нас его, к сожалению, в Европе нет. Вот, но все остальные страны его имеют, и я знаю, что в России будет как раз версия продукта именно с этим компонентом. Это очень известный китайский горец, о котором, вы знаете, написано очень много интересного в интернете. Когда я читала, я очень сожалела, что у нас его нет в Европе, но вот я думаю, что мы сможем потом покупать его через наших российских партнеров. Он способствует омоложению всего нашего организма и способствует мощнейшей регенерации кожи. Кожа становится более упругой, расклаиваются морщинки. И он великолепно модулирует иммунную систему, укрепляет подкожную сетчатку, клетчатку. А самое главное, для тех, кто хочет омолодиться и стать моложе лет на 15-20, сразу, уже в первые месяцы, это как раз вот то, что нам нужно. Всем известный кордицепс китайский, который вы, наверное, тоже уже знаете и уже даже, может, кто-то уже и попробовал. Этот натуральный высокогорный гриб растет в Гималаях, в тяжелейших, скажем так, условиях, на высоте 3000 и более метров, то есть где не самые простые природные условия. И поэтому этот гриб считается сильнейшим адаптогеном, это природный антибиотик. Также доказано его противоопухолевое действие. Он способствует выделению большого количества мелатонина и очень хорош при заболеваниях как раз вот сосудов и сердца. Кроме того, этот природный антибиотик является еще и сильнейшим антиоксидантом. Таким образом, новая формула, улучшенная формула Stem Enhance SE2 или SE2 или Stem Enhance 2, называйте так, как вам проще, состоит из четырех основных компонентов, которые способствуют как бы тоже выбросу в кровь стволовых клеток. И это афонизомен флос акваи, это ундария перистая, китайский горец и кордицепс китайский. Все эти компоненты, каждый продукты, каждый ингредиент, вернее, каждый сам по себе является сильнейшим вообще лекарством, природным лекарством при лечении очень и очень многих заболеваний. Благодаря этой новой формуле у нас сейчас есть возможность помочь организму еще более эффективно, потому что клетки, благодаря фукоидану и китайскому горцу, стволовые клетки, которые выбрасываются в кровоток, они циркулируют в крови не час-полтора, как обычно было это раньше, а уже 3 и более часа. Таким образом, есть возможность помочь большему количеству клеток. То есть две капсулки этого продукта, две капсулки, так написано на самом флаконе, они как раз способствуют выпуску дополнительных несколько миллионов стволовых клеток из костного мозга, которые в течение 3 часов, циркулируя в кровотоке, помогают обновлению очень многих тканей. Все эти ингредиенты сами по себе являются сильнейшими антиоксидантами, иммуномодуляторами,
являются великолепными адаптогенами и шикарным питанием для всех тканей нашего организма. Вот такая вот формула будет сейчас также тогда у всех россиян, когда откроется Россия, и не только Россия, а также все страны, прилегающие к России, все страны СНГ смогут пользоваться этим продуктом. Следующая продукция, которая есть в Европе, это флом, стемфло. Фло означает продвижение. В принципе, эта продукция способствует тому, что действие стеменхенса усиливается, благодаря тому, что улучшается циркуляция стволовых клеток. Кроме того, в стемфло входят сильнейшие антиоксиданты, которые защищают и стволовые клетки, и клетки всего нашего организма от окисления, от свободных радикалов. Для чего же Кристиан Драпо уже сразу же после того, как он разработал StemEnhance, он тут же начал работать над StemFlo. StemFlo появился уже в 2008 году, то есть через 3 года после появления продукции StemEnhance. Дело в том, что для того, чтобы защитить клетки стволовые и наши клеточки от свободных радикалов, от окисления, нужны сильнейшие антиоксиданты. И они есть в этом продукте. Это очень известный мангостин, это черная смородина, это индийский крыжовник, это виноградный ресвератрол, это мощнейшие антиоксиданты, которые защищают все наши клетки от мутаций. И таким образом мы как бы делаем наш продукт StemEnhance более эффективным, действие его более эффективным. Кроме того, дело в том, что все питательные элементы, стволовые клетки, в том числе и стволовые клетки, и кислород, они разносятся ко всем нашим клеточкам, ко всем нашим тканям именно благодаря капиллярам. И как раз вот иногда забитые капилляры, поврежденные капилляры мешают донести вот эти вот все питательные элементы стволовые, и стволовые клетки, и кислород ко всем тканям. И очень часто в кровотоке циркулирует все, что нужно нашим клеткам, но они не могут добраться до всех участков нашего тела. Поэтому, наверное, у многих людей с возрастом не имеют конечности. Очень они говорят, что они не чувствуют даже некоторые пальцы на ногах и так далее. Это, и, конечно, виной этому это поврежденные капилляры, которые просто уже не в состоянии обеспечить кровоснабжение всего нашего тела. Так вот, в продукте StemFlo у нас есть компонент фибринираза, который как раз перерабатывает лишний фибрин. Фибрин, он нужен. Он нужен, но в меру, потому что именно фибрину кровь становится более вязкой. Но когда его слишком много, а вырабатывается его действительно порой очень-очень много, то эритроциты, и в том числе и стволовые клетки, они словно в сетях, как в паутине, они запутаны и не могут идти дальше. Очень часто образуются благодаря этому лишнему фибрину тромбы, сгустки, которые тоже мешают продвижению дальнейшему. И вот фибринираза, она как раз перерабатывает лишний фибрин, таким образом очищаются просветы капилляров, это великолепная профилактика тромбов и вообще тромбофлебита, то есть значительно улучшается кровообращение, поэтому многие отмечают нормализацию кровяного давления. Другой компонент, экстракт лимона, который входит в состав фибринеразы, он тоже помогает нашим капиллярам, но по-другому. Его действие другое. Он способствует выработке коллагена и ткани соединительной, и таким образом он улучшает качество капилляров, они становятся более эластичные. Поэтому фибринераза и экстракт лимона, они как раз улучшают кровообращение в наших капиллярах и качество самих капилляров. Ну и, что совсем немаловажно, продукция StemFlo великолепно очищает кровь от токсинов, ядов и шлаков. Это кошачий коготь, который входит в состав. Это известная в аюрведе куркума, которую давным-давно в Индии используют, в пищу добавляют. И, конечно же, как я, этот известный уже в последнее время популярный виноградный ресвератрол, который как раз и
способствует также выводу токсинов, ядов, а также действует очень хорошо против паразитов и грибов. Так что это вот очень серьезные компоненты. Об этом продукте, я думаю, что будет интересно узнать тем, кто живет в Америке, в Канаде, в Австралии. Пока у нас его нет, но я знаю, что некоторые из вас его для себя заказали уже в Америке. Я думаю, что мы, европейцы, дождемся его скоро, он появится весной у нас в Европе. Это очень серьезный продукт, это коктейль, в который входит абсолютно все то, что нужно для нашего организма. Это порошок с ванильным вкусом, который дает нашим клеточкам и минералы, и энзимы, и витамины, которые необходимы для того, чтобы протекали правильно и нормально биохимические реакции. Именно благодаря этому продукту стволовые клетки, а также питание как раз вот проникает в ткани наших органов. Таким образом, продукция ST5 с мегастемом, этот вот самый коктейль, который мы ждем с нетерпением в Европе, он обеспечивает миграцию клеток стволовых тканей и органы, потому что это происходит именно благодаря биохимическим реакциям. Это очень серьезное сбалансированное питание, которое обеспечивает весь наш организм энергией. Здесь собраны все необходимые мультивитамины и минералы, плюс еще активная смесь ферментов. Для тех, кто хочет поддержать свою фигуру, улучшить ее и управлять своим аппетитом, это тоже очень хорошее решение, потому что это низкокалорийное питание для образования здорового жира и мышц. Состав я рассказывать не буду, потому что он действительно, если вы только посмотрите на лейблы, он очень большой, но повторяю, когда у нас он появится в Европе, я расскажу о нем более подробно, а тем, кто уже сейчас хочет приобрести, кто проживает в других странах, я думаю, что у вас есть возможность изучить это все на сайте нашей компании, там более подробно все описано. То таким образом этот продукт тоже как бы улучшает действие нашего основного продукта Stem Enhance 2, SE2. То есть таким образом все эти три продукта, они синергетически работают вместе очень хорошо. SE2 или Stem Enhance 2 обеспечивает выпуск собственных стволовых клеток искусственного мозга в кровоток. StemFlow обеспечивает эффективную циркуляцию клеток стволовых в кровотоке, в крови. А ST5 с мегастемом, то есть коктейль, он как раз обеспечивает миграцию, то есть проникновение стволовых клеток в органы и ткани. Кроме того, продукция, это полная линейка продуктов, которые как раз и необходимы для нормального функционирования, для естественного функционирования всего нашего организма, который будет и обновляться, и очищаться, и получать полноценное питание. Косметика Dermastem, которую вы уже начали пробовать, я знаю, что уже есть первые результаты, вы мне уже об этом рассказывали, я буду вам очень благодарна, если вы обязательно вы напишите свои результаты сейчас в чате. В конце презентации я вам зачитаю весь чат и отвечу на ваши вопросы. Косметика Dermastem – это удивительный продукт, это омолаживающая, питающая сыворотка, омолаживающая, питающая и, конечно, увлажняющая сыворотка, которая состоит не только из натуральных активных ингредиентов, а также имеет натуральную основу, натуральные эмульгаторы, натуральные консерванты. Косметика на 100% натуральная, поэтому хранить ее нужно в холодильнике. Более подробно я о косметике рассказываю отдельно. Пожалуйста, следите за расписанием, когда будет полная презентация косметики, вы сможете все прослушать об этом продукте. На слайде показано как раз, как работает продукция. Это результат пользования косметики в течение около 6 месяцев. Хозяйки этих рук больше 80 лет. Это жительница Тайваня, которая начала пользоваться продуктом.
Очень правильно, она решила посмотреть, убедиться воочию, как работает продукт. Она как раз накладывала косметику только на левую руку в течение 6 месяцев. И как она сама говорит, результат получился такой ужасный, как она говорит, что мне просто каждый раз, глядя на свои руки, я прихожу в ужас. То есть одна рука молодая и красивая, а другая вся вот какая у нее и была для ее 80-летнего возраста. Вот, пожалуйста, вам результат пользования этой косметики. Для наших друзей четвероногих у нас есть продукция как бы тоже для поддержания необходимого количества клеток стволовых кровотоки и для улучшения здоровья. Это продукция StemEquine у нас в Европе появилась для лошадей. И я знаю, что в других странах есть еще продукция для домашних животных. Это для кошек и собак StemPet. Таким образом, продукция, которую я вам представила, она имеет прошла серьезные клинические испытания, исследования. Продукция абсолютно эксклюзивная, она запатентована в США, американского производства, которое производится по стандартам GMP. Это означает, что от начала до конца процесс производства проходит очень серьезные проверки. Ингредиенты продуктов натуральные, сертифицированные. Это первый уникальный в своей категории комплекс продукции для обновления всего организма. А сейчас очень коротко, какие еще возможности предлагает компания Stemtech? Потому что, как я уже говорила, продукцию для того, чтобы проект был успешный и интересен нам, как нам, дистрибьюторам, то есть помимо серьезного, уникального, эксклюзивного продукта, который делает чудеса уже в первые дни, мы, как дистрибьюторы, хотели бы еще узнать, каков план компенсации, насколько он эффективен. И вот компания Stemtech предлагает на сегодняшний день очень эффективный, очень денежный, скажем, план компенсации, комбинированный план компенсации. Компания Stemtech поощряет ваше прямое потребление. То есть каждый раз, когда вы будете покупать продукцию для себя, вы будете получать скидку до 20% от цены дистрибьютора. Вы можете продвигать эту продукцию вашим клиентам и получать очень хорошее поощрение, вознаграждение по прямых продажах. Компания поощряет привлечение серьезных партнеров к продвижению этой продукции и очень хорошо поощряет рекрутинг. Кроме того, идет вознаграждение за товарооборот вашей структуры, вашей сети, и постоянно выплачиваются дополнительные премии и бонусы, которые, конечно же, нам очень интересны. План компенсации состоит из трех независимых программ. Это ступенчатая программа Step Up Bonus, которая дает нам возможность получать скидки с наших личных заказов и вознаграждение с заказов нашей организации. Это Autoship Bonus, бонус со всех заказов, которые делаете вы, ваши клиенты и ваши партнеры по программе «Автодоставка». Эта программа очень интересна всем абсолютно, даже те, которые не хотят работать и не умеют ничего строить, и не желают ничего строить, или нет у них времени, они получают неплохие комиссионные за то, что просто пользуются продуктом сами и рекомендуют ее своим друзьям и знакомым, и получают очень неплохие бонусы за рекомендации продукции. Ну и, как я уже говорила, для тех, кто любит строить организации, команды, для тех людей, которые умеют и любят рекрутировать, они получают очень хороший fast start бонус, бонус рекрутера, который мы уже ощущаем в первые недели работы в этой компании. Кроме того, компания предлагает серьезные, современные, профессиональные инструменты работы. Уже с первой секунды, как вы подписываете контракт с компанией Stemtech, у вас уже есть персональный веб-сайт на языках тех стран, которые уже открыты. Вы получаете сразу в свое распоряжение свой собственный интернет-магазин, где вы можете делать заказы 7 дней в неделю
и 24 часа в сутки. У вас есть очень хорошо оснащенный, очень информативный, очень полезный и нужный виртуальный офис, где вы можете управлять вашей всей организацией, вашим бизнесом в любое удобное для вас время и в любой точке земного шара. То есть все, что вам нужно, вам даже порой и компьютер брать с собой не нужно. Все, что вам нужно, это знать ваш пароль для входа в ваш виртуальный офис. И весь ваш бизнес у вас на ладони. Я думаю, что это очень интересно. Кроме того, компания предлагает очень интересные, серьезные маркетинговые материалы, диски на сайте, диски с презентациями, с результатами. На сайте компании есть очень интересные видеоролики на языках тех стран, где компания открыта. Буклеты, брошюры, все это за очень небольшие, совсем смешные деньги можете купить в компании, чтобы работать с этим продуктом дальше. Регулярно проводятся телеконференции, онлайн-конференции, вебинары. Каждый месяц проводят вебинары не только менеджеры компании, руководство регулярно, а также сам президент проводит еженедельные, порой два раза в месяц свои телеконференции. Ну и, конечно, тренинги. Они проходят у нас на всех языках открытых стран, в том числе и на русском языке. У нас мы обеспечиваем всех наших партнеров и клиентов тренингами по продукции, по бизнесу, словом, все, что нужно для развития бизнеса и для продвижения продукции, у вас есть в самые первые секунды. Кроме того, очень важно понимать, что для того, чтобы добиться успеха и зарабатывать необходимые для вас деньги, вы должны понимать, что должна быть правильная стратегия развития. И мне очень нравится, что в компании STEMTECH это глобальное видение развития. Компания представлена на 6 континентах, открыты 24 страны на всех этих континентах. Очень профессионален механизм открытия новых стран. Все делается на очень высоком уровне, с изучением рынка, менталитета населения и потребностей конкретного рынка в конкретной стране. Очень правильно идет развитие продуктовых линий продукции. Кроме того, хочется пару слов сказать о руководстве компании. Это об основателях компании, я вам уже сказала в самом начале. Все они имеют очень высокую, серьезную академическую квалификацию, серьезное высшее образование. Кроме того, они имеют опыт работы в сетевом бизнесе, общий опыт работы более 200 лет. Это совсем немаловажно, если мы хотим добиться успеха в конкретном проекте. Но что самое главное, они доступны. Менеджеры компании, руководство компании, вице-президенты компании и абсолютно демократичны. За каждый регион отвечает свой вице-президент, который как раз проживает в этом регионе. Поэтому страны открываются грамотно, правильно и профессионально. Компания сейчас представлена, как я уже сказала, в 24 странах. Это в Европе, это Англия, Германия, Испания, Франция, Болгария. В Америке это США, Пуэрто-Рико, Канада, Колумбия, Мексика, Ямайка, Эквадор. В Азии тоже открытые мощные сетевые страны, такие как Малайзия, Тайвань, Филиппины, Япония, Южная Корея, Таиланд. В Африке Намибия, ЮАР, Гана, Кения. В Австралии Австралия, Новая Зеландия. Очень скоро открываются в Европе. Я знаю, что уже ведутся переговоры вовсю, уже заканчивается основная работа. Это Италия, Литва, Австрия. Буквально в апреле открывается офис в Мартиник, это на Карибах, которая тоже специальный офис со складом, который тоже относится к Франции. В Америке открывается Бразилия, большая, сетевая, крупная, красивая страна. В Азии уже готовы к открытию Индонезия, Индия, Сингапур. В Африке Танзания, Нигерия, и скоро откроется Того.
на слайде пока нет, но уже вовсю ведутся работы. И что самое как бы для вас интересно, я знаю, что вы давно этого ждете, это открытие России. В России продукция уже зарегистрирована, это уже хорошая новость, то есть вся уже серьезная главная работа позади, потому что на регистрацию такого серьезного продукта потребовался почти год. Вот, так что все в порядке. Теперь мы, компания будет работать над тем, чтобы в ближайшие месяцы открыть для всех российских дистрибьюторов возможность не только пользоваться продуктом, но уже и строить бизнес. Открытие России планируется на начало второго квартала. Так что я думаю, что сам, еще что немаловажное, дело в том, что открытие России, об этом знает очень хорошо и понимает руководство компании, будет способствовать открытию всех близлежащих стран к России, всех стран СНГ, такие крупные страны, как Казахстан, Украина, такие страны, как Киргизия, Белоруссия, Армения, то есть все-все-все страны, куда наши дистрибьюторы, партнеры смогут возить продукцию из России. Так что вот такие вот сейчас как бы очень хорошие новости для тех, кто проживает в неоткрытых странах. Но для того, чтобы вот меня часто спрашивают по поводу открытия стран, я сейчас тоже вижу, спрашивают по поводу Латвии. Дело в том, что в Латвии для открытия любой страны нужны виртуальные регистрации. То есть интерес населения к этому продукту, интерес населения к этому бизнесу, это как раз количество виртуальных регистраций, которые вы должны делать уже сейчас. Виртуальная регистрация, она вас ни к чему не обязывает. Вы получаете сразу возможность с первой секунды строить уже свой бизнес по всему миру, строить организации, допустим, страны, такие как Прибалтики, Латвия, Литва, Эстония, вы еще можете получать продукцию напрямую к себе домой, потому что вы входите в Евросоюз, нам нужно просто позаботиться о том, чтобы количество виртуальных регистраций было достаточно для того, чтобы для открытия страны. Это как раз уже работа лидеров и работа дистрибьюторов, проживающих в этой стране. А сейчас я отвечу на вопрос в чате, который задали. Так, вы мне задали. Сейчас я вернусь. На сегодня у меня все. Я благодарна вам за ваше внимание. Я благодарна вам за ваши вопросы. И сейчас я постараюсь зачитать этот чат, зачитаю ваши результаты, прокомментирую их и отвечу на ваши вопросы. Беляева Ирина из Рыбинска пишет, что ей 60 лет, пользуюсь продукцией почти год, очень довольна, не устаю, не болею, несмотря на то, что имела контакты с острыми больными. Муж болел сутки. Продукцию пьем не по полной программе, так как не хватает продукта, и то получаем результаты. Согласно с Ириной, люди порой пьют даже по одной капсулке в день и получают результаты. Но, Ирина, я уверена, что когда появится продукция у вас в России, вы будете пить так, как предлагает Кристина Драпо. Так, Оля из Ильяти пишет, что прошла желудок, там больше энергии, лучше залили ногти. Оле из Ильяти 65 лет. Ирина, я вас поздравляю от души. Здорово, замечательно, что у вас сейчас есть возможность обновиться и стать еще моложе и еще красивее, хотя вы и так прекрасно выглядите. Любовь из Италии. Принимаю продукцию с марта месяца. Так, с маленьким перерывом для профилактики. Давление всегда было низкое и быстро уставало. Сейчас полна энергии, имею хороший сон, отличное настроение. Спасибо, Люба, за прекрасный результат. Надежда спрашивает, с какого продукта надо начинать, с какой последовательности нужно употреблять эти продукты, что сначала и что можно потом. Надежда, так как вы же проживаете в России, то у вас, в принципе, будет один продукт,
SE2, Star Enhance 2, и в принципе это основной флагманский продукт. Принимать его нужно всего лишь 2 капсулки в день в продукте, во флаконе 60 капсул, то есть утром и вечером за 15-20 минут до приема пищи, запивая стаканом воды. Если есть возможность приобрести StemFlow, а для этого у вас есть ваши спонсоры, ваши партнеры, проживающие в других странах, в Европе, например, то, конечно, лучше, то можно сразу и StemEnhance, и StemFlow использовать одновременно для получения как бы еще лучшего результата. Так, теперь Винс из Германии спрашивает: принимаю один месяц, но болят сильно колени. Так, сейчас, секундочку, я верну. И синдром беспокойных меня ног. Да, действительно, дело в том, что продукция работает, и, как я уже говорила, обновление идет, но то, что касается вот суставов и так далее, это все, результат обязательно будет, но нужно небольшое терпение, потому что продукция прежде всего идет в те органы, которые жизненно необходимы для нас. Это сердце, головной мозг и печень. Именно в эти органы сразу получают помощь, и мы сразу чувствуем облегчение. То, что касается коленей и суставов, нужно подождать несколько месяцев, и у вас обязательно будет результат. Ливерс Галина из Дуйсбурга пишет, что пользуется продукцией 2,5 года, ей 60, а мужу 69. У него было много инфарктов, плохие сосуды, давление, боли в суставах. Сейчас он бодр, энергичен, нет усталости. 2 года подряд ездит один на машине, да, до Крыма, 2700 километров, да, это, конечно, серьезно для такого возраста и с такими заболеваниями в прошлом. Продукции очень довольны, совсем забыли о своих проблемах, это здорово, проблемы лучше не помнить. А про косметику это супер, да, Галя, согласна на 200%, каждый день получаю на комплименты, это молодость и свежесть. Спасибо большое, Галя, за великолепный результат. Марина, а Латвия? Ну, я Марине уже ответила, так что, Мариночка, нужны виртуальные регистрации. То есть вы должны показать компании, что вам эта продукция, вам эта компания очень интересна. Потому что, в принципе, вы должны это показать именно виртуальными регистрациями, что вы хотите заниматься еще и бизнесом в этой стране, потому что продукцию вы уже получаете. А для открытия страны нужны виртуальные регистрации. Сушкова Марина. Да, я знаю, что Россия пока не открыта, но мы высылаем своим дистрибьюторам сами из Европы, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к своим спонсорам, чтобы они вам помогли получить продукцию. Елена Авдеева из Латвии. Так, по ценам. Да, цены. Цены я уже высылала, то есть так что я могу сейчас просто их озвучить. Цена продукции, она зависит от количества, от объема закупок, поэтому она варьируется от 50 до 57, поэтому в данном случае это как бы для того, чтобы получить оптимальную цену, нужно выписать специальные упаковки, где от 6 и более продуктов. Так, дальше Юрий из Германии. Так, очень хорошо, Юрий, у нас есть специальная презентация по маркетинг-плану. Вложения в бизнес небольшие, вы покупаете просто продукцию для себя. Это всего лишь 299 евро в случае с Германии. Но в данном случае в Германии можно войти и за более маленький пакет за 149 евро, покупая просто меньше продукта. Вот. Так. Окей. Дальше Марина из Германии. Юрий, мой приглашенный. Хорошо, замечательно. Так что, Юрий, я думаю, что вам нужно просто отправить, или Марина отправит вам запись презентации маркетинг-плана, или же, где вы сможете все это прослушать и прочитать ее, этот маркетинг-план в Word. Так, Людмила из Украины пишет, пациентка приняла всего 13 капсул StemEnhance 2 и 13 капсул StemFlow, благополучно вышла из кризиса, то есть давление было высокое, 200 на 105, ничего себе. Сейчас давление нормализовалось, получила продукт, принимает теперь по рекомендованной дозе и очень довольна результатом.
Так, а сейчас хочу просто добавить, что очень, как бы, то, что вот вы все правильно пишете, нет необходимости превышать дозировки, указанные на флаконе. Продукция настолько эффективна, что, в принципе, две капсулки STEM Enhance 2 и три капсулы STEM Flow – это дневная дозировка. Так, дальше. Так, телефон мы озвучивать не будем. Так, что у нас еще там? Ну, вроде бы все, да? Да. Я так поняла, я ответила на ваши вопросы. На сегодня все. Если будут вопросы, вы получили уже, наверное, мой mail, прочитали его сообщение, а также в чате. У нас будут специально проводиться вебинары 2 раза в месяц. И вот следующая конференция такая, такой вебинар состоится 6 февраля, то есть следующую среду, не в эту, где мы будем только отвечать на ваши вопросы. Причем вопросы будут задавать, вы вопросы отправите на тот почтовый адрес, который на электронный ящик, который я вам указала. Классифицируйте, пожалуйста, ваши вопросы. Вопросы по здоровью, цифра 1. Там пишите в теме письма «Здоровье, продукт». Все вопросы по маркетингу и по бизнесу – это 2. И разные или общие вопросы. И 2 раза в месяц мы будем отвечать на эти ваши вопросы на специальных вебинарах. Отвечать на ваши вопросы будут специалисты, то есть люди, которые, если это будет вопрос по здоровью или по продукту, это будут профессиональные врачи, которые могут дать профессиональные, квалифицированный ответ на ваш вопрос. То, что касается маркетинга и бизнеса, отвечать будут лидеры компании, которые знают маркетинг-план как 5 своих 5 пальцев. То есть будут отвечены на все ваши вопросы. В отделе разные общие вопросы. Ну, будут вопросы разные, которые вы задаете иногда. То есть вы тоже их, пожалуйста, пишите. И таким образом мы сможем помочь большому количеству людей, потому что сейчас очень много появляется новичков, они появляются в разных странах, и очень зачастую и спонсор, и новичок приходят в компанию одновременно, поэтому нужно сейчас очень оперативно дать возможность людям отвечать на их вопросы. Так. Итак, что-то у меня завис компьютер. Сейчас вы меня слышите? На сегодня у меня все. Вам всего самого хорошего, всего доброго. Вот. И, пожалуйста, следите за расписанием наших вебинаров. У нас еще событие будет завтра, в четверг и в пятницу. До свидания, всего доброго. Всем спокойной ночи и всего самого хорошего. До свидания.